Забыл. Крестьяне вычислили и пленили вас. Вы были сожжены на костре, как самозванец и еретик. Привет. Сегодня мы поиграем в чудного доктора. Погнали. Вы можете? Так, давай средний. Одна жизнь. Нет, давайте так. Задержите хирургическую пилу и иглу. 16 век. Вы кочуете по городам и селам, перебиваясь мелкими кражами и взломом заброшенных домов. Вот уже третий день вы в пути, и наконец-то видите перед собой маленькую деревушку, в которой наверняка есть чем поживиться. Осторожно озираясь, вы прокрадываетесь к дому на окраине. Кажется, в нем уже давно никто не живет. Дергаете за ручку двери и внезапно слышите чей-то голос позади. Это что? Корова? Эй, это кто там ошивается у дома лекаря? Я новый лекарь. Приехал из города. Новый лекарь? А ты не брешешь? Да не брешу. Ну что, что? Вот. Хорошо. Пойдем провожу, коли так. Староста был так занят своими делами, даже не обратил на вас внимания и молча дал ключи от дома. Сюжетный пижан накладывает на доктора особые эффекты. Узнать о них можно? Пропустить обучение? Нет. Нет, не интересно. Ваша афера обернулась удачей. Вот и открылась дверь дома лекаря своим ключом. Но зайдя внутрь, вы внезапно обнаруживаете, что здесь кто-то есть. Молодая девушка в лохматях пытается дать дёру в испуге, за ней пинаясь и падает. Ай, рука! Чё? Упала и рассекла палец. Не бойтесь меня, я лекарь. Осторожно, дай-ка погляжу, что с твоей рукой. Ух, да у тебя кровь течет. Давай ножом. Изучите симптомы и рецепт лечения болезни. Вот. Ожоги. Нет. Открытая рана. А чё у неё? Нет. А руку можно посмотреть? Подожди, я могу её... Ожог. Рана. Ага. Открытая рана. Яйца. Цинкуем. Наливаем. Тряпка. Нитка. Хорошо. Яйца. А сколько? У больного кровотечение из голубой раны. Возможно, подоксил, загнение. Чтобы приготовить бальзам для ран, следует смешать несколько ложек скипидара и желтки куриных яиц. Нет. Два. Сюда. Что там? Налить. Да нет. Не сюда. Вот. Еще. А, ножом. Да что это? Еще. Давай нальем. Че еще? Ага. Тряпка. Все? Я не понимаю. Что делать? Потом. Подожди. Может так? Так? Я намочи? Я не понимаю. Выкини. Что мне? Налить? Вот я поставил. С иголкой. Ну иди сюда. А, тебе дать.
нитку. На нитки. А, так делать. Я зашиваю. На. Конечно же, у вас не сразу получилось зашить рану, ведь вы задержали иглу в руках первый раз в жизни. И чё? Еще раз? Ты серьезно? Зачем? Я ж нормально. Жми, я-то... Спасибо! Спасибо, лекарь! Лекарь. Следите за временем и старайтесь правильно лечить больных. В противном случае крестьяне могут заподозрить вас в шарлатане. Хорошо. А что это? Нервная работенка. Нужно следить за собственным самочувствием. Крем? А где она? Что? 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 Что это? Что это? Что ты тыкаешь? Хорошо. Перед ампутацией? Ничего себе. Статистика. Пациентов вылечено один. Попрошайка и пьянцы не принимают свои специальные способности, если не оглушены. Что? Дом доктора. Настройки были. Чудом избежав разоблачения, вы всю ночь изучали книги, которые нашли в доме, и собирали нужные инструменты. С утра у дверей стали собираться первые пациенты. Я понимаю, но я выйду ненадолго. В настройках? Я без подсказок хорош. Извини. Я неплохо себя чувствую. Сжигал очаг! Поджоги. По книге. Ожог. Лук порезать. Чё-то. Ага. Да нет. Лук. Порезать. Сколько надо? Один. Хорошо. А, потом. Да нет. В тарелку. Вот это. Сдох. Я не знал. Что у тебя? Ага. Ветки. Зачем? Ну, я поставил. Ветки. Нож. Потом на тряпку. Спасибо, Игорь. Мне гораздо лучше. А он сдох. Я знаю, я узнаю уже. Так, лук. Порезать. Сюда. Сюда. Скотина. Он сдохнет. Спасибо, лекарь. Мне гораздо лучше. Уйди. Как заколоть крысу. Ага, я знаю. Лицо. Раз. Так, так, так. Нож. Так. На. Спасибо, лекарь. Мне гораздо лучше. Хорошо. Как убрать крысу? Хорошо. Опа. Оба. Куда делась? Оба. Я-то... Спасибо, лекарь. Пожалуйста. А, ожог. Ага, на, крыса. Оп. Пожалуйста. Наконец-то. Так, яйца. Нож. Вот так. На. Уже знаю. Выучил. Гунго! Пожалуйста. О, игроки, тоже старост. Доброе здравие, местный старост.
Вот уже полгода, как мы без лекаря. Хвори одолевали нашу деревню, тяжко приходится. Но теперь ты с нами. Как прошел твой первый день? Освоился на месте? Да. Да, все прекрасно. Ну что ж, хорошо, что ты уверен в себе. Загляни в деревню и лавку. Там можно присоединить новые инструменты. Хорошо. Нажми на пациента. Хорошо. Я в настройки зайду. Там звук убавить. Я не заметил. Настройки. Звук. О. О, вот так. Хорошо. Лавка. Давай в лавку. У меня деньги есть. Но все дорого. Класс. Уйду. Давайте накопим 200 и зайдем. Потому что смысла туда ходить нет. А таверна? Можно пить? Готов поспорить? В твои карманы полно мент. Монет. Ну давай. Повеселиться в таверне. Давай повеселиться. Что? Бухнули? Угуляли? Охайо, угуляли? Это типа... Доктор не бухает? Ну да. На вашем пороге гонец. С тревожной вестью. Вместо гра сломал ногу на охоте. Возможно, вокруг сейчас нет другого лекаря, но стоит ли остаться оставлять деревенских бедолаг без присмотра? Выход на помощь. Вы взяли сегодня ходим лекарства и вместе с гонцом отправили путь. Спас с помощью игра быстро пошел на поправку. Завтра щедро вас облагодарю. Остается надеяться, что крестьяне не затаили на вас обиду. Серьезно? Они обидели? Прошла неделя с появления в деревне нового доктора. Вы продолжали изучать записи своего предшественника и практиковаться в лечении самых разных хворей. Новый предмет. Хирургическая пила. Глоссарий гангрена. Гангрена? Ехать. Импутировать. А можно не смотреть? Ну там зашивали рану без моего просмотра. Лекарь! Мой непутевый сын! А, не то. Лекарь! Непутевый сын вторую неделю больным рассказывается. Лишь бы не работает. Лодырь. Согласен. Можешь его припугнуть? Может, ему пиявку поставить? Ну, не знаю. Чтоб не притворялся потом. Эй, Жан. Ох. Вот, лекарь, взгляни на... Горю весь, горю. Хм. Осмотреть. Дай взглянуть. Ай, горит, да? Пальцы потемнели. Это может гангрена. Если не отрезать руку, он может умереть. Как это отрезать? Ты что, лекарь с ума сошел? Мамочки. Но он умрет. Я уверен в том, что это необходимо. Дайте мне вон тот молоток. А, оглуши. Что? Ну, лекарь, если не оправится, я тебе этого так не оставлю. Хорошо. Иди. Вот потом спасибо скажешь. Так, я вот это уже знаю. Ожог? Тогда вот так. Спасибо. Пожалуйста. Я вижу отсюда. Что у тебя? Нога.
А, вот так. Накладывают на доктора особый эффект. Узнать них можно, нажав на специальный значок в верхнем левом углу. Ты дебил! Ты зачем пришел? Он сдох. Я слежу за тобой, ничто. Каждая ошибка будет стоить вам дороже. Так, трясет меня теперь пальцы в хлоп. Нет. Я не понимаю. Ты стоишь, напрягаешь. Что такое? Это я знаю. Не то. Выкини. Спасибо. Что ты напрягаешь? Уйди. О, яйца. Так-так-так. Так-так-так. На. Я отрезал руки, не знаю зачем. Пожалуйста. А что мне есть вообще? Еще. Гангрена. И все. Больше гангрен. Так, лук. Нет. Да. Лук. Сюда, сюда, сюда. Вот на. Достал. Опять. Следи за мной. Так, яйца. Руби. Вот так. На. А, уйдет. Ушел. Так. Так. Спасибо. Пожалуйста. Что такое? Давеча поранил себе мизинец. А теперь что? Опять? Что? Что сделать? Я не понимаю. Подожди. Ангангрены что? Молоток? Полотенце и нитки. Забыл. Христиане вычислили и пленили вас. Вы были сожжены на костре, как самозванец и еретик. За что? За то, что я чуть-чуть ошибся? Ни за что. Вообще ни за что. Просто так. Ладно, на сегодня хватит. Всем до встречи и пока.